ребенок должен не просто прийти в новый кружок, не просто сесть за компьютер, который вдруг ему поставили. Он должен погрузиться в новую образовательную среду, в новое образовательное пространство. Он должен почувствовать, что есть образование за пределами классной урочной системы. И вот здесь это воплощено в чистом виде, и именно здесь это возможно.